вчера погибла моя сестра. Она упала с крыши. Свидетелей нет. По всем признакам, это самоубийство. Что-то тут не так. Аня была очень жизнерадостным человеком. Я не верю, что это самоубийство. Если в ближайшее время мы не найдем какой-нибудь реальной зацепки, дело придется закрывать. Самостоятельным расследованием занимаетесь, да? Ну вы же закрываете дело. А я свидетеля нашла, который видел Аню в этом торговом центре. Отлично помню. Знаете, у нее прекрасный вкус и симпатичный муж. А как он выглядел, этот ее муж? А, высокий такой, светленький. Вы пока ничего не предпринимаете, а я постараюсь найти мужчину, который был с вашей сестрой в день ее смерти в торговом центре. Кира Петровна, знакомьтесь, Марк Витальевич Курский, наш новый юрист и ваш спаситель. Кира Петровна, могу ли я вас пригласить сегодня на ужин? Попробуйте. Сейчас охрану позову. Мне важно знать, кто был ее парень. Антон фотограф. Мы с ним спали раньше, потом он на твою сестру переключился и бросил меня. Да я ее не видел уже 2 месяца, мы расстались. Ну, в общем, она пришла ко мне, говорит, я его люблю. Андрей, кажется, его звали. Я нашел свои фотографии, на которых Андрей с Аней.